Сезон великомученицы Елизаветы. На площади перед Институтом искусств вместо скульптуры «Времена года» установили новую работу. Это жена великого князя Сергея Александровича Романова, Елизавета Федоровна. После смерти супруга от рук террористов в 1905 году она посвятила свою жизнь молитве и добрым делам. В память о ней выпускник института создал скульптуру. Украшать площадь перед вузом она будет год, а после, как и ее предшественница, переедет на постоянное место жительства. Эта работа выполнена для храма при онкодиспансере. Очень много времени ушло. Больше, наверное, сложности было с формовкой, ну, то есть переводом в материал. Это искусственный камень, который представляет из себя цемент белый 500-й марки, кварцевый песок и кварц мелкозернистый. Вот. Ну, также там есть металл сварной. Ну, лепил я ее около 3 месяцев, а на формовку у меня ушло, ну, месяца, наверное, 2,5.